Всех рад приветствовать у себя на канале. Сейчас я вам покажу одну настройку, которую нужно будет отключить, потому что она собирает данные о твоем телефоне и встраивает в него рекламу. А я думаю, каждый из нас хотел бы избавиться от этой рекламы, которая частенько вылазит в телефоне. Сейчас все покажу. Ну а ты не забывай, что у меня есть Telegram, в котором ты можешь найти множество различных классных вещей. Ссылочка будет в описании под видео. Ну что ж, давай удалим эту рекламу. Переходим в настройки, находим такой пункт, как Google. Тут выбираем реклама, и вот тут есть рекламный идентификатор. Но подожди, не спеши удалять его сразу. Сначала нужно сделать вот так. Сначала сбросить рекламный идентификатор. Нажимаем «Подтвердить». Идентификатор сброшен. И только после этого нажимаем «Удалить рекламный идентификатор». Нажимаем «Удалить». После этого в вашем телефоне вы увидите, что заметно станет рекламы меньше. Все очень просто и легко. Вот этой нехитрой настроечкой. Попробуйте, и вы заметите изменения в своем телефоне. Если понравилось видео, как всегда, ставим палец вверх, делимся данным видео и подписываемся на канал. Всем пока!